это шикан, это готовый продукт для производства керамического кирпича. Состоит из глины, песка, опилки. Завод строительной керамики вернулся к работе 2 января, пока хабаровчане доедали новогоднее оливье. В прошлом году на предприятии сделали почти 30 миллионов штук кирпича. В этом задача не снижать объемов. Для этого на заводе регулярно обновляют оборудование. Данную машину мы установили в декабре прошлого года. Установили ее взамен старому европейскому аналогу. Данный экскаватор на рельсовом пути производства Китай. Экскаватор поставляет шихту, смесь для изготовления кирпича, формовочный цех. Для технологического процесса ее нужно обработать паром. Новый отечественный парогенератор – еще одно приобретение прошлого года. За счет его химическая реакция, процесс приготовления шихты, смесителя приходит в нужную кондицию, за счет чего улучшается качество кирпича, крепкость его и так далее. Импортозамещение продолжится и в этом году. Замене подлежит робот-укладчик японского производства. В апреле вместо него планируют установить аналогичный китайский, который будут обслуживать официальные дилеры, работающие в России. Это обеспечит бесперебойную отсадку кирпича на вагонетке для отправки в печь обжига. В связи с увеличением санкционной политики столкнулись с проблемами поставки запасных частей. Основные проблемы это были удорожание продукции. И также логистические пути были сильно увеличены, что нам очень сильно не подходит. 90% хабаровского кирпича отправляется на стройплощадки края. В этом году из него будут возводить новые школы Навахова и Демьяна Бедного и другие значимые объекты. Строительство 2 новых школ, большого детского садика в районе Шатова улицы, также строительство погранпереходов. Из федеральных объектов это кирпич пойдет на Амурский ГПЗ. И на погранпереход, скорее всего. В Амурской области планируется строительство навесного моста, и основные здания планируют строить все-таки из кирпича. В 2024 году Хабаровский завод строительной керамики планирует не снижать мощности и выдать 30 миллионов штук кирпича. Наталья Чернышова, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.